Некоторые опираются на то, что благодаря таможенному союзу в Казахстан увеличился импорт российских автомобилей. Некоторые ссылаются на то, что благодаря таможенному союзу у нас развивается отливоточное производство, сборка автомобилей. Все эти аргументы несерьезные, потому что они не дают значительного вклада в валовый внутренний продукт. Они не настолько ресурсоемкие, они не обеспечивают занятость большого количества населения. Поэтому в данный момент, если оценивать по экономическим параметрам, те 16 миллиардов долларов выгод, которые Казахстан получил бы при присоединении к таможенному союзу, оказались иллюзорными. Они еще более иллюзорны, принимая во внимание последние события на Украине, потому что санкции развитых государств, санкции и Запада, и Востока, потому что Германия тоже пообещала присоединиться к санкциям, приводит к тому, что ухудшается международная конъюнктура в целом, ограничиваются возможности для России, и войдем ли мы как страна под союз с Россией, чтобы оказаться затем железным занавесом, который в настоящий момент опускает Путин. Это зависит, наверное, и от нас с вами, потому что решение руководства должно принимать во внимание мнение народа. Поэтому в настоящий момент выгод от таможенного союза мы не получили. И принимая во внимание, что Россия нарушила Будапештский меморандум, нарушила все международные договоренности, гарантировавшие неприкосновенность границ, сложившиеся после Второй мировой войны, наверное, правильным будет для нас сейчас отказаться от подписания соглашения о создании Евразийского экономического союза и, в общем-то, на самом деле ожидать, что будь то Россия или Китай решат проблемы нас, казахстанцев, не приходится, поэтому наше будущее прежде всего должно быть в наших руках. Thank you.